Дед Мороз, Снегурочка и подарки. Детей из Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской области, находящихся в пункте временного проживания в Сургуте, поздравили с наступающим Новым годом. Утренник с зимними волшебниками и подарками организовали представители партии «Единая Россия» и депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева. Малыши водили хороводы, танцевали со сказочными персонажами и обменивались добрыми пожеланиями. Я уверен, что у вас будет сегодня хорошее настроение. Вы вместе, детки, с родителями, получите массу удовольствия, получите массу впечатлений, ну и всего самого, всего позитивного. Что хочется вам пожелать? Вам, конечно, хочется пожелать... Все? Я хочу счастья и здоровья. Здоровья вам, чтобы никто никогда не болел. В Сургуте в пункте временного пребывания сейчас живут 80 человек. Многие из них дети. Малыши с радостью встретили Снегурочку и Деда Мороза. Этот предстоящий праздник для всех приехавших из новых регионов нашей страны особенный. Это первый Новый год, что они встречают в составе России. Помогают настроиться на это событие и вот такие утренники. У нас, в общем-то, такие акции проводятся, но здесь, конечно, она, скажем так, ну, наверное, есть некая уникальность в этом, потому что, ну, в таком месте мы проводим впервые. У ребятишек, наверное, где-то и стресса не ощутили, где-то еще что-то. А здесь такая обстановка, которая позволит им просто спокойно получить удовольствие от праздника.